Всем привет, с вами Екатерина, и это обзор заказа моего по 13-му каталогу 2019 года. И здесь заказы для себя, для моих клиентов, и я, наверное, быстренько пробегусь по общему заказу и остановлюсь на новиночках. А здесь у меня заказали скраб для тела Swedish Spam. Здесь три дезодоранта антиперспиранта, дальше это Wellness, у меня подписка идет на женские витамины, я их меняю периодически, то мужские, то женские получаю в заказе. А здесь у меня под заказ астаксантин взяли, помада серия Онкало, очень классная, недорогая упаковка, но качество самой помады на высоте. Здесь шампунь из серии HRX, это обновленная у нас линеечка HRX, мужская туалетная вода Signature. Дальше здесь гель для душа, крем для душа даже, лучше сказать, молоко и мед. CC-крем для волос, так, чтобы его было видно, CC-крем для волос, его не надо смывать. Средства для интимной гигиены, причем в каталоге разные виды, прям можно подобрать тот, который будет вам наиболее подходить. Вот эту упаковку серии Love Nature гель для умывания я беру второй раз чайным деревом. Здесь биоразлагаемая упаковка, биоразлагаемая формула, без парабенов. Если вы за натуральность, натуральность стопроцентную, то вот эта вот серия конкретно вам подойдет. Здесь у меня взяли наборчик пробников. В каталоге было предложение помады пробник, пробник крема для глаз. Но новинки на бейдж, здесь у нас пробник новинки туалетной воды или парфюмерной, не помню точно, который появится в следующем каталоге, и плюс еще каталог. Такой вот наборчик приходит. Дальше здесь у меня мочалку-перчатку заказали, мягкую зубную щетку, мужское мыло. Здесь 100 грамм, не 70, как обычно бывает. Ну, конечно, и 100 грамм мыло тоже бывает. Но в Oriflame очень часто они по 70 грамм. Здесь у нас 100 грамм, синяя такая упаковочка. Очень хорошо даже умывать лицо мужчинам, потому что тут вот из цинка мы видим хорошую формулу мыла. Дальше смотрите, у меня сколько много заказали вот таких вот средств. Это крема от Натоптыши, 2 у меня заказали. И вот таких вот средств целых 4 штуки. Это крем-сыворотка для загрубевшей кожи на ногах. И вот мы видим даже вот такой медицинский значок, то есть это практически медицинская такая формула, да, там содержится салициловая кислота, формула с минералами, увлажняющее, размягчающее такое средство, которое глубоко проникает в кожу, и эффект уже заметен через неделю применения. В общем, очень редко появляется в каталогах, причем со скидкой, сейчас, насколько помню, 269 рублей стоит это средство, поэтому не пропустите. У меня вот сразу клиенты заказали 3, и хотя я сама ни разу его не пробовала, но решила тоже его заказать. Вот видите, клиенты тоже на меня влияют, раз уж они углядели, ждали это средство, и совершенно разные люди его заказали, ну, значит, оно очень действенное, да, и я решила его тоже себе приобрести. Не знаю пока, может быть, для кого-то, может быть, сама буду использовать, вроде бы такой сильной проблемы нет в этом плане. Вот, но раз средство действенное, нужно брать. Также заказали у меня, я заказала себе вот такой вот карандашик Онкала. Это карандаш для глаз, коричневый цвет. Напомню, это недорогая серия, и всего лишь этот карандаш получается по цене каталога 99 рублей. Я покажу, как его цвет. То есть вот такой вот у него цвет, это коричневый. Его нужно затачивать, но я сегодня его протестировала на глазах. Все-таки мне больше, конечно, нравится нанесение выкручивающихся карандашей The One. Как-то мягче, что ли, они наносятся. Хотя на руку это тоже хорошо наносится, но на глазах мне не очень. Как-то все равно. Хотя за 99 рублей почему нет? Также вот такое зеркало у меня заказали в упаковке. Я его не буду раскрывать, оно большого такого формата, на ножке. Покажу новиночку, это я заказала себе. Это тональное средство, которое превращается потом в пудру на коже.
серия Giordani Gold. Здесь даже SPF фактор семерочка есть. И давайте его протестируем. То есть вот такой вначале как кремчик. И когда мы его растушевываем, смотрите, он практически перекрыл, да, карандашик мой. И в то же время он невесомый и незаметный на руке. Видите? Такое прям приятное-приятное ощущение, такой пудровый эффект, действительно. Смотрите, даже незаметно, да, что нанесла. И еще одна новиночка, которую хочу показать, это лаки серия On Color, тоже вот такие вот они. У меня цвет гроза я взяла и персик. Здесь у нас 5 миллилитров. Кисточку покажу. То есть у меня вот на ногтях эти лаки. Причем персиковый в один слой, а гроза в два слоя. То есть цена на них всего лишь 99 рублей. И для такой цены... Так. Кисточка маленькая, конечно, в отличие от лаков Zevan, но за 99 рублей отличная формула. И лаки очень хорошо ложатся, даже вот в один слой. Очень много оттенков, посмотрите в каталоге. То есть тоже, если хотите попробовать разноцветные какие-нибудь лаки недорогие, то вот это для вас. Так, наверное, у меня на этом все. И до новых встреч. Пока-пока.